Привет, мои Соники! Вы попали на мой канал YouTube "Самый быстрый способ учения корейского языка". С вами учитель корейского языка Соня. 안녕하세요. 한국어를 배우는 가장 빠른 방법. 한국어 선생님, Соня입니다. Как и на прошлом уроке, так и на этом уроке мы с вами учим окончание "ро" или "ро". Так что, если вы хотите за научить с я г о в о р и т ь по корейски, грамотно, красиво, как носитель корейского языка, то не переключайте и оставайтесь со мной. Итак, Соники, давайте сначала посмотрим на сегодняшний диалог. 지금 뭐 연필로 Соники, мои, сразу посмотрим на конструкцию или ро или ру. RU или RU присоединяется к имени существительному и обозначает орудие или средство совершения действия или средство передвижения, а, например, самолет, поезд, автобус, такси и так далее. И также можно использовать RU или RU для описания материала, из которого сделан предмет. Что я говорю? Вот, например, есть такое предложение. Ямпилу пантире саю. Пишу письмо карандашом. Здесь янпиллу это сочетание имени существительного. пил карандаш и окончание ру. Янпиллу. Здесь ру используется, чтобы указать орудие соображения действия. То есть, чем я пишу письмо? Да. Карандашом. Ян пиллу. Пил, Ян Так мы говорим. и просто. А тогда Соники посмотрим на другое продолжение. Бусквакади, кицару, каю. Бусквакади, кицару, каю. Еду до Москвы поездом. Угу. Здесь кицару ⁇ это сочетание имени существительного. Кица, поезд и окончание ру. Здесь ру используется, чтобы указать средство передвижения. То есть, на чем я еду до Москвы? Да. Кицару. Кицару. Так мы говорим. Легко и просто. Тогда, Соники, посмотрим на последний пример. Суня Соня Синен. Намуру. Уйджаре. Мандеросою. Соня синин Намуру. Уйджаре. Мандеросою. Госпожа Соня сделала столь из дерева. Здесь ДАМУРУ – это сочетание имени существительного ДАМУ и окончания РУ. ДАМУ – это дерево. Так что, таким образом, также можно использовать РУ или РУ для описания материала, из которого сделан предмет. Легко и просто. Тогда, Соники, как можно образовать конструкцию? Очень просто. Если слово оканчивается на пачим, то есть на согласную букву, за исключением ⁇ ли ⁇ то мы к нему прибавляем ⁇ ру ⁇ Вот, например, есть такое слово ⁇ цокарак ⁇ Цокарак ⁇ это палочки. И цокарак оканчивается на падшим, на согласную букву. Поэтому какое окончание мы к нему прибавляем? Да. Иру. Иру. Цокарагуру. Цокарагуру. Так мы говорим. Легко и просто. И если слово оканчивается не на почим, то есть если слово оканчивается на гласную букву или на согласную букву ли, то мы к нему прибавляем ру. Что я говорю? Вот, например, есть такое слово кица. Кица. Поезд. Кица оканчивается не на батчим. То есть кица оканчивается на гласную букву. Поэтому какое окончание мы прибавляем? На умнице. Ру. Так что поездом или на поезде. Это по-корейски. Кицару. Кицару. Так мы говорим. Очень просто. И соники, есть такое слово: йонпиль. Карандаш. йонпиль. Йонпиль оканчивается на согласную букву ПО-ЛИР так что какое окончание мы прибавляем? На. ру, ру. Так что карандашом Ян Так мы говорим легко и просто. Сонги тогда продолжим упражняться. Mm, а как можно говорить это по-корейски? Она ест палочками. Это по-корейски. Она синен. богою. Она синен. Токарагуру Владимир на уроке пишет ручкой. Это по-корейски.

우리는 한국어로 이야기해요 딱반빌지나 강도가 사람들을 칼로 죽였어요 강도가 사람들을 칼로 죽였어요 딱 러시아에 서까요 러시아는 보드카로 유명해요. 러시아는 보드카로 유명해요. 딱 메그베림. 우측으로 시리아럼 это п о к ы р ы с 드라마로 한국어를 공부해요. 드라마로 한국어를 공부해요. 딱 메그베림. я еду на метро, а сестра на а в т о б 저는 지하철로 가고 언니는 버스로 가요. 저는 지하철로 가고 언니는 버스로 가요. 딱 메그버림. 뮤즐리바 옆에 자란 시지리 продолжим. Анжела готовит из о р г а н 안젤라 씨는 유기농 채소로 요리해요. 안젤라 씨는 유기농 채소로 요리해요. 모두 운이째. 안잘라 씨는 유기농 채소로 요리해요. 딱 메가베리. 슈퍼트, начнём диалог. 아, вы с е г 냐 씨. 오늘 택시로 왔어요. 아, 아니요. 지하철로 왔어요. Нет, я приехала на метро. Uh -huh. А как вы добираетесь до фирмы? Тебе гаю обычно езжу на автобусе. Путум, по гаю. А сколько времени это занимает? Секанин Ольмана Автобусом порядка 10 минут. 버스로 10분쯤 걸려요. 이아스탄다여도비슈 그리고 정류장에서 회사까지 걸어서 가요. 버스로 10분쯤 걸려요. 그리고 정류장에서 회사까지 걸어서 가요. т д к я на э т о Так что, если вам понравилось общаться с этой корейской подругой, либо вам понравилось видео, не забудьте подписаться и поддержать меня лайком. Так что, целую! До 만나요!